Приветствую вас на канале «Современные родители». Сегодня у меня на обзоре еще одна модель гироскутера Smart Balance Wheel 6.5. Из видео вы узнаете характеристики и основные особенности модели. Обратная связь приветствуется. Ваше мнение важно, поэтому делитесь им в комментариях и не забывайте про лайки. Чтобы быть в курсе выхода новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Список магазинов с лучшими ценами и актуальным наличием вы найдете в описании. Итак, мы начинаем. Это чрезвычайно популярная модель в России. Стильный цвет и дизайн, превосходные эксплуатационные характеристики, высокое качество исполнения и уникальная возможность использования современных технологий. Это отличный вариант электронного персонального городского транспорта и интересное увлечение для детей и взрослых. Гироскутер с 6,5-дюймовыми колесами – это лучший вариант, если вы планируете кататься по ровной поверхности и для вас важен вес гироскутера и его компактность. Он отлично чувствует себя как на гладком асфальте, так и в лесу на тропинке. Везде, где будет позволять клиренс, этот гироскутер проедет. Само колесо состоит из стального диска, внутри которого установлен электромотор мощностью 350 Вт. Так как у гироскутера два колеса, то в сумме получается все 700 Вт. И это немало. Гироскутер действительно мощный. Далее на диск надевается каучуковая покрышка, которую невозможно проколоть. С внешней стороны колеса прикрыты аркой, которая защищает от попадания дорожной грязи к вам на ноги. Силовой каркас выполнен из силуминового сплава. Он отлично работает на кручение и излом. Корпус выполнен из удара прочного пластика. Однако во время эксплуатации следует избегать сильных ударов и сотрясений, так как при этом может быть повреждена чувствительная электроника. Еще модель имеет влагозащиту от пыли и брызг, но езда по лужам не рекомендуется, так как у гироскутера есть слабые места. Это отверстие для динамика. Светодиодные фонари включаются вместе с гироскопами и моторами, когда вы встаете на гироскутер, и служат для информирования других участников дорожного движения о вашем присутствии на дороге. Особенно это актуально в темное время суток. Также Bluetooth включается автоматически при включении гироскутера. Я изучила отзывы пользователей данного девайса и хочу представить вам основные плюсы и минусы. Сначала отрицательные. Пластик легко царапается. Безумно неудобная сумка для транспортировки. 6,5-дюймовые колеса не позволяют преодолевать препятствия. Нет возможности проверить начинку устройства. Может попасться плохой аккумулятор или нестабильно работающие платы. Нельзя оставлять на зарядке более чем нужно, во избежание возгорания. Очень громкий вентилятор на ЗУ. Нет точного индикатора зарядки, только светодиод, горящий зеленым или красным. Дистанционный брелок может заблочить устройство намертво, свое или рядом стоящее. Теперь перейдем к положительным. Мощные двигатели делают устройство динамичным. Невысокая цена. Предельно простая, ремонтопригодная конструкция. Хорошо держит вес более 100 кг. Резиновые накладки. Хороший, удобный в управлении. Гироскутер держит заряд около 3 часов. Выдерживает взрослого человека с ребенком. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор при покупке нового девайса. Если мой обзор был полезен, самое время поставить лайк и подписаться на канал. Не забудьте включить колокольчик, тогда вы точно не пропустите новый ролик. Поделиться своими мыслями вы сможете в комментариях, а я обязательно отвечу. Напоминаю, что в описании оставлю ссылки на лучшие цены. На этом все. До скорой встречи на канале «Современные родители».